еще снести. Рицу, пошли пройдемся по клубам. Пройдемся по клубам? Клуб легкой музыки, Кейон. Но я уже решила вступить в литературный клуб. Даже анкету уже заполнила. Ты что творишь, Рицу? Она на меня таращится. Ритм, отстой. Она безнадежна. А, простите, простите. Все хорошо. Неуклюжая. Но все-таки надо сказать, что ухожу. Хочешь уйти, говоришь? Думаешь, вот так просто можешь вступать и выходить? Сожру нахуй! Все не так, не так, не так! А, это же та неуклюжая капуша без чувства ритма. Что это ты делаешь? Эй-эй! Юи, решила какую брать? Сыграй уже. Кстати, на ней еще пленка не снята. Шутка. Рицу, извинись. Прости, не знаю, что на меня нашло. Прости, Юитян. Юитян, сладости, сладости. Разве от этого ей лучше станет? Стало. Думаю, нужно больше практики перед тем, как использовать усилитель. А, не трогай! Вот что случается, если не уменьшить громкость перед тем, как вытащить штекер. Тем, кому нужно пересдавать тесты, запрещено участвовать в деятельности клуба, пока они их не сдадут. Тогда тебе не стоит здесь пока появляться? Да все нормально. Я здесь только вкусняшки поесть. А, понятно. Тогда не о чем беспокоиться. Что ты сказала? Юи ведь сейчас усердно учится. Усердно, говоришь? Все-таки я волнуюсь. Вот тут. О, манга. Черт, достала! Рицу! Как же мне туда вернуться? О, вижу, все трудятся. Эй, а вот и я. Все-таки нужно подраматичнее. Прошу, прекрати! Уже 2 недели прошло, как мы попали на этот необитаемый остров. О, водоросль. Спасены. Приятного опять. Что это еще за сцена такая? Мио-чан! Получай! Юи, уплываем! Угу! Больно. Не бояться, не бояться, не бояться, не бояться, не бояться, не бояться. Когда пойдешь к доктору, моллюски на коленках вылезут. О, хорошо играют. Но эта песня... Я долго ждал этого, пи***ы! Сдохните, блядь! Удачный снимок, да? У меня и для Муги есть. Пленку отдала, быстро. Фотки с цифровика, пленки нет. Тогда неужели этот голос? Я долго ждал этого, пи***ы! Сдохните, блядь! Прекратите, мне так стыдно!
Не слышала, не слышала. Все еще боится. Игра зубами. Моя гитара. Эй, девки! Музыкальная комната, это вам, блядь, не детская площадка. Простите. А теперь... Все видели? Да. Готово? Ну, да. Покажи, покажи. Уже? Что еще за уже? Я бы тоже взглянула. Но я немного стесняюсь. Не волнуйся. Мы не будем смеяться. Ага, ага. Но, эй, погодите. Ни за что. Раз уж принесла, дай уже посмотреть-то. Миотян, просим. Ну, хоть одним глазком взглянуть. Эй, нечестно. Первый должна смотреть я. Почему? Да потому что я президент. Тогда я ее лучшая подруга. Тогда я ее вторая лучшая подруга. Как грубо. Тогда я ее ангел-хранитель. С каких-то пор. Интересно, как там бабушка в деревне? Но это ты вообще не в тему. О, давненько я ей открыток не посылала. Хватит уже фигню пороть. Она отдала, быстро! Когда я смотрю на тебя, сердечко стучать начинает. Тук-тук. Воспоминания скачут, словно зефирки. Фува-фува. Как чешется-то, прям не могу. Тогда Мио и будет это петь. Я не могу. Почему? Я не могу петь такую стыдливую песню. Эй, автор. Муги, может, попробуешь? У меня все внимание на клавишах. Понятно. Тогда... Юи, не хочешь попробовать? Я? Но особо я петь не умею. Не знаю, получится ли у меня. Ну ладно. Прости, я соврала, петь. Я хочу петь. Простите за ожидание. Все путем. Ну же, Юи-тян, покажи им. Круто! Уже гораздо лучше. Уверенность переполняет ее. Когда я смотрю на тебя, сердечко стучать начинает. Еще снизьте.